Что там ты? Вкусно тебе? Да, нормально. Может, что-то тема у тебя есть интересная? Какая? Не знаю, ну поговорить. Или вопрос. На Украине находишься? Город Харьков. Просто я включил сейчас Украину. Да. Вот. И все, кто мне попадается, кричат «Слава Украине!» Ага. Что это значит? Что это значит? А ты у них спроси, что ты меня спрашиваешь? Я же не кричу. Я спросил, они мне говорят, что это вроде как приветствие, и когда тебе говорят «Слава Украине!», ты должен сказать «Героям слава!». О, Так или видишь, ты нет? уже научился. Ты из какого города? Из Магнитогорска. Ну вот видишь, вот так вот тебя учат, как, так сказать, как правильно приветствовать друг друга. Это хорошо, что вы изучаете это дело. Нет, это то есть, как вот приветствуют мусульмане друг друга, говорят «Салам алейкум», Да. «Алейкум ассалама», это то Да, же а ты самое, только знаешь, что это такое, что это значит? что конкретно? Ну, салам алейкум, ты знаешь, что это такое? Ну, я, может, с акцентом говорю, ну, ты понял. Ну, без акцента. Нет, я понимаю, ты знаешь, что это значит, эти слова? Примерно. Примерно, это пожелание мира, насколько я понимаю. Ну, это же очень классно. Мне очень нравится это приветствие. Ну, вроде как это, знаешь, то есть, если Россию включаешь, я должен сказать, типа, слава России, а ты должен сказать, там, России слава. Ну, получается так, что Ты что, больной, что ли? Какой же слава России? Ты что? ну, почему Где ты нет? видел славу России? Где слава России? А где слава Украине? Не, подожди, подожди. Давай сначала разберемся со славой России, а я тебе расскажу тогда про славу Украине. Где, в чем слава России? Я не знаю, я вот А, вот спрашиваю. видишь. Я же интересуюсь, я А я тебе же говорю, ни хрена никакой процентов славы слава. нет. Вы мерзкое, лживое, подлое государство. Раковая опухоль на теле человечества. Какая же слава России? Ты что? Ну, если брать, Слава раковой опухоли. если брать землю как живой организм человека, да, Нет, не то землю, Россия а человечество вообще, вообще. человечество. Да, Ну, вы вот надо говорить, раковая как ты опухоль. говоришь. Ага. Метастазы пускаете, радуетесь по этому поводу. Кто радует? Вы, ну Крым ваш, вы ж кричите. Метастазы пускаете, радуетесь. А Кричите, Крым наш. метастазы своих не бросают. Ну, помогаете. То есть, ну вы, ты ж тоже как раковая клеточка. Ну, не знаю, тебе, Ну ты ж наверное, гражданин России. с твоей точки зрения, тебе, наверное, виднее. Конечно, виднее. Потому что я клетка, ну как лейкоцит, которая помогает уничтожать раковые клетки. А ты представитель государства раковая опухоль. И Ну, чувствуешь разницу? ну, это же с точки зрения только с твоей. Ну, конечно, с точки зрения защитных сил организма, да. Ну и откуда такая ненависть? Да я вообще, ну а как? А что, я должен любить эти ваши метастазы, вашу раковую опухоль? Ну, я не люблю этих вещей. Считаю это омерзительным. Капец. Ну, Короче, у вас естественно. у всех такая прям агрессия, я не знаю. Враги народа, да? Ну, Ваши. если, ну вот смотри, например, я тебе приведу пример. Чем орган, пораженный раковой опухолью, отличается от здоровых органов? Вот чем опасны раковые опухоли? То есть, получается, ты Америку как Не, зараженную представляешь, подожди. Вот давай возьмем организм человеческий. Ну, к примеру, условный такой вот. Или какого-нибудь животного. Ну, чтобы так вот. Ну, человеческий организм. Чем опас, в чем отличие органа, пораженного раковой опухолью, от остальных органов?
Не, ну понятное дело, что он заражен. Что он заражен. Чем? В чем отличие принципиальное? В чем опасность раковой опухоли? Что он может остальные заразить. Правильно. Смотри, а знаешь, какие есть правила у клеток, ну, например, печени, к примеру? Выводить, что... видимо. Нет, эти клетки не лезут в другие органы. То есть клетки печени, они четко знают, что мы клетки печени. Есть границы между органами, понимаешь? Есть клетки мозга, есть клетки кожи, есть клетки почек и других органов. А есть, ну, к примеру, не дай бог, клетки печени. И вот если клетки печени понимают, что они должны быть только в печени, они соблюдают вот эти правила общежития в организме. Они признают границы между органами. Что вот это печень, а это селезенка, а это почки, а это желудок. Вот безумные клетки онкологические, раковой опухоли, они не признают границ между органами. Они пускают метастазы в другие органы. Это проявление злокачественной природы раковых клеток. Вот ваше государство не признает границы между государствами. Чувствуете ситуацию? Нет, я все понимаю. Ну, почему вот ваше государство не признает законно признанные на уровне организма признанные границы между органами, между государствами? Да, конкретно ко мне, что ли? Вопрос? Ну, конечно, вы же гражданин России, вы же, так сказать, представитель вот этой вот раковой опухоли. Я вам как клетка иммунитета спрашиваю, почему ваше государство, зараженное вот этой болезнью, пускает метастазы, почему оно не признает границы? А откуда еще раз ты? Откуда? Город Харьков. А, с города Харьков. Да. Вот ты, кстати, ешь чипсы, смотри. А это очень нехорошая еда. Это вообще не еда, это отрава какая-то. Я понимаю. Ну это так, почему, это на всякий случай. Почему ты вот вообще, нет, неправильно я начал задавать вопрос. Ты интересовался вообще у жителей, допустим, Донецка, как они там живут и как они считают со своей точки зрения, допустим, правый сектор там или националистов ваших, вообще они считают вас за людей? А вот просто ты у них интересовался, они такие же жители Украины, я как понял. И ты. То есть, и лучше, не хуже. Да, да? Я понял. Смотри, территория Донецка, не Донецкой области, потому что две трети Донецкой области освобождены, понятно, от вашей оккупации. А вот сам Донецк, он захвачен, это метастаза такая, метастаз. Это агрессия вашей раковой опухоли. И вот ты мне хочешь, чтобы я спрашивал у вот этих переродившихся клеток вашей опухоли, спрашивал, как они там, что они думают. Если это клетки еще там здоровые есть, то, может быть, их надо как-то выручать, как две трети Донбасса было освобождено от вашей оккупации. Такие города, как Славянск, как Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь, они были освобождены от вашей оккупации. Там что, люди плохо живут? Они живут хуже, чем вот в этой вашей метастазе. Я не знаю, это к ним вопрос. О, видишь? Так что ж ты тогда спрашиваешь? Скажи, пожалуйста, ваши вот эти люди, которые говоришь в Донецке, им нравится вот этот режим, который навязала ваша страна? Естественно, им это не нравится. Не нравится. Им нравится комендантский час. Им нравится ограничение свобод их.
Они могут, например, там, если им власть не нравится, каким-то образом протестовать против нее. Это совершенно нормальное проявление общественной жизни. Ну, как да, только да. ваши раковые клетки уберутся с этой территории, там сразу наступит мирная, нормальная, спокойная жизнь. Как на остальной, как на освобожденной части Донбасса. А ради чего это было все сделано, спланировано? Если, допустим, ради того, чтобы Крым прикрыть. Ну, прикрыли Крым. Так вы понимаете, что вы наделали? Что наделало ваше государство? Я все прекрасно. Ну, так и все. Так а в чем тогда? Что тебе непонятно? Ну, зачем вообще в Донбассе и в Луганске вот это происходит? Мне непонятно. Ну как? Если все прикрыли... Ну, правильно. Ну, так дальше и дальше же надо прикрывать. Ну, ваша раковая... А зачем? Ну, это вопрос к раковой опухоли. Зачем ты пускаешь метастазы? Ну, у нее природа такая. Природа раковой опухоли не признавать границы между органами. Это основной признак злокачественности какого-то, так сказать, несчастного, пораженного онкологией органа. Что этот орган, что клетки безумные этого органа, переродившиеся, не признают, что клетки печени должны жить в печени, а не в желудке, не в мозге, еще там не в селезенке. Есть границы для этого между государствами, есть границы. У вас гигантское государство, занимайтесь своими делами. Живи ты эта печень себе, так сказать, так, как это необходимо. Признавай, что клетки печени должны находиться в печени. А когда они становятся безумными и переродились, они лезут в другие органы. Ну, я понял, Ну, вот. А с точки зрения, вот опять же, с твоей же, ну? Америка как-то по-другому себя ведет? Америка захватывает, присоединяет к себе другие страны, территории. Ну, она и ведет... Нет, я спрашиваю тебя, Америка захватывает чужие территории? Ну да. Приведи половина пример. Половина Мексики. Ну, половина Мексики. Да. Вот я понял. Захватили мексиканскую территорию. Захватили мексиканскую территорию. Раковая опухоль. Раковая опухоль. Да. Я тоже понял. Раковая опухоль. Если они это сделали, возможно, это плохо. Я не знаю. Это было давно, меня тогда не было. Сейчас, так сказать, эта страна за последние там сколько-то лет не захватывала никаких территорий. Ваше государство, начиная со времен Гитлера, это первое государство, которое ведет захватнически, присоединяет к себе какие-то территории, пускает метастазы. Ага, я понял. Точно так же гитлеровцы говорили, когда немецкая пропаганда объясняла, что вот, смотрите, ж евреев уничтожают. Они говорили, а в Америке негров прессуют. Это оправдание, я так понимаю. Я не оправдываюсь, я просто... А, я понял, прессуюсь. Ты не оправдываешь. Как бы диалог же ведем. Я ж ничего, это сам. Вот когда нас Америка будет какие-то части Украины к себе присоединять... Я, возможно, буду выступать против этого. А сейчас ваше лживое и подлое государство, так сказать, показывает на Америку. А вот еще такой вопрос. Вы же не американец, правильно? А и я не американец. Задавайте эти вопросы американцу. С исторической точки зрения, Крым, он принадлежал Украине? С исторической точки зрения? Да. Конечно. А почему всегда. Нет? Крым всегда принадлежал, да, Украине? Разумеется. Ваше же государство подтвердило границы между нашими государствами? Не подтвердило. С какого года? Нет, я, ваше государство, Российская Федерация, признавало наши границы?
Просто если... Подождите, подождите. Ваше государство признавало есть международно признанные границы государствами. Само собой, она признавала границы на тот момент времени. Да. На тот момент времени. А потом, так сказать, болезнь пошла дальше, и вы стали пускать метастазы в другие органы. Ну, я понял аллегорию. Логика раковой опухоли, что мы классные, а все остальные говно, а мы будем захватывать части других органов. Есть международно признанные границы, молодой человек. Я понимаю. Кто из стран признал? Вы можете эти страны назвать, которые признали аннексию, оккупацию вами Крыма? Понятное дело. Так вот, смотрите, весь организм говорит, что есть границы, и что ваше государство совершило международное преступление. А само это государство говорит, да не нам насрать, что там другие говорят. Ну, да, так происходит. Так происходит. Ну, вот в этом же и наша разница. Что я по мере... очень стараюсь помогать иммунной системе сдерживать ваши метастазы вашей раковой опухоли. А вам это нравится, очевидно. Потому что вы из самой этой раковой опухоли. Я занимаюсь тем, что я помогаю уничтожать клетки раковой опухоли вашей. Что это за болванка была? Это осколочно-фугасный снаряд к той системе, которую я делаю. Болванка это? Это болванка, да. Да, это болванка. У меня тут еще их много есть, я на работе сижу, я их переделываю. Но это я вам старый показал. Но вы в армии не служили, вы не знаете, что это. Да, верно. Или служили в армии? Нет. Нет, видите. Вот гражданином государства-оккупанта вы являетесь, а в этом государстве, в армии вы не служили. Где тут моя военная форма? Ну ладно, не важно, не буду сейчас дергаться. Я клетка, которая иммунитета, маленькая, но активная, помогаю... уничтожать раковые клетки ваши. Держим фронт. Не распространяется дальше ваши метастазы. Правда, так сказать, в нашем органе мозг немножко там шалит. Хочет, чтобы мы, так сказать, отошли с фронта. Но мы должны, так сказать, давить на наш орган этот, который управляет нашим органом. Вы про нового президента, да? Ну, разумеется, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Уже с Гитлером договаривались. Чемберлен тряс бумажкой и кричал: «Я привез вам мир». Очень нехорошая аналогия проявляется. Вы знаете, в каком году Вторая мировая война началась? Когда началась Вторая мировая война? Не Великая Отечественная, мировая, да? Вторая мировая война, да. В 39-м сентября. 1 сентября. А с чего она началась? Ну, какой не факт помню. Начала войны считается? Не могу сказать. Фашистская, гитлеровская Германия напала на Польшу. А закончилась Вторая мировая война, знаете, когда? 45-м. Ну, это понятно. Когда в 45-м году? Тоже не могу точно. 2 сентября. А что произошло 2 сентября 45-го года? Ну, видимо, закончилась она. Ну, какой факт считается окончанием Второй мировой войны? Подписание капитуляции? Японией. Угу. Японский министр иностранных дел, хромой на одну ногу,
вместе с молодым помощником поплыли на катере на линкор Миссури и подписали капитуляцию Японии. Угу. Раковая вот эта опухоль была ликвидирована. С тех пор Япония выздоровела и стала нормальным государством. И не признает, кстати говоря, не выдает визы гражданам Крыма. Потому что считает, что Крым оккупирован вашими войсками, вашей страной. Путин жаловался, что за фигня, что Япония крымчанам визы не выдает. А в Крыму люди как думают по этому поводу? А как думали, например, в Австрии немцы, австрияки, которых Гитлер присоединил к Рейху? Как они думали? То есть, у вас есть закон, который запрещает людям на оккупированной территории думать о том, что они незаконно аннексированы. Закон есть. Это уголовная ответственность может наступить, если человек будет высказывать мысль о том, что Крым – это оккупированная незаконная территория и не является законной территорией Российской Федерации. Как они могут думать? Нет, но можно же всегда как бы задать завуалированный вопрос. А кто будет задавать этот завуалированный вопрос? Ваш Росстат. Я не знаю, кто это. Я понял. Что это? Сформулируйте этот завуалированный. Как бы вы задали этот завуалированный вопрос? Когда лучше жить? Сейчас или при Украине? Угу. И вы думаете, что они не поймут, какой ответ необходим вашей власти? Нет, ну понятное дело, но... Этим людям закачали, с тех пор 5 лет происходило закачивание говна через глаза и уши вашими зомбоящиками. Что ответят эти люди? В гитлеровской Германии через 10 лет после падения Гитлера спрашивали, когда лучше было жить. При Гитлере или сейчас? Большинство населения Германии ответили при Гитлере. Нет, ну просто... Через 10 лет... После окончания войны граждане Гитлера – это долгий путь выздоровления. Просто сравнение. Сравнение. Когда дымили трубы концлагерей, немцам это больше нравилось, чем через 10 лет после окончания войны. Им нравилось, когда дымились трубы концлагерей. Я имею в виду, что сравнение Гитлера и Путина это вообще как бы неправильное такое понятие. Чем кремлевский фюрер отличается от немецкого, от берлинского? Тем, что он не фюрер. А он не фюрер? Нет. Я понял. Ну, ради бога. Какой-нибудь суд! На России может вынести решение, которое может не понравиться вашему Путину? Я говорю, вот суд есть... какой-нибудь на России может вынести решение, которое не понравится вашему фюреру? Ты считаешь, что Путин, вот это все, что происходит, это из-за одного человека? Ваша гибня, нет. Это нет, из-за просто... вас, из-за граждан России, которые оправдывают эту мерзость. Угу. То есть из-за... Ну, клетки 140... раковой опухоли, да, да, да. 147 миллионов человек происходит, вот то, что происходит... Конечно! Из-за всех граждан России, потому что вы ничего не сделали, чтобы ваше государство не было страной-оккупантом. Ничего не сделали, чтобы ваше государство не было раковой опухолью. Ничего не сделали, вы радовались, когда выпускали метастазы. Вот смотри, я сейчас разговаривал с человеком с Украины. Он мне говорит, вы не хотите взять, ну мне говорит,
но не хотите взять автомат в руки и прийти защищать вот от таких, как ты. Человек мне говорит, тоже взрослый. Вот. Почему так происходит? То есть ты хочешь, чтобы ты был активной раковой клеткой и сражался с клеткой иммунитета? Да при чем тут, что я хочу? Что он хочет? Я не знаю, чего ты меня спрашиваешь? Гражданин Украины. Спроси у этого гражданина Украины. Я спросил, он говорит, нам нужна помощь против вот таких, как вы. Против таких. И получается, у него мнение, что это ты раковая опухоль на теле. Я понял. Так я же говорю, тут очень простой есть... краеугольный камень. Да, если ваша раковая опухоль не признает границ между органами, тут очень просто. Есть международно признанные границы. Я понял это. Вот и все. Так что тут очень просто ответить на вопрос. То, что какая-то клетка в нашем здоровом организме перерождается, это очень плохо. А что этот человек сделал для того, чтобы пришел... Из какого он был города? Я не знаю, не спросил. Ну, я он из какого-то, поставил. Предположим, что это правда, что он из какого-то украинского города, что он не под VPN-ом сидит. Ну, к примеру, это правда, у нас даже в Харькове такие есть. Что эта биомасса сделала для того, чтобы к нему пришел русский мир? Чтобы к нему вот эта метастаза прорвалась? Он что-то сделал для этого? Я не знаю. Вот, видишь, а ты его спроси в следующий раз. Ну, быстро. То есть какая-то клетка в здоровом органе мечтает, чтобы сюда пришли метастазы из взбесившегося органа. Взбесившиеся клетки раковые пришли к нему. А чем ему нравится ваш русский мир? Что тут хорошего есть? Что? Не могу этого сказать. Сказать не можешь сказать. Я понял. У вас ваш орган гниет. У вас нет ни одной новой космической ракеты, не засекреченной военными тайнами. У вас есть какая-то новая космическая ракета? Успехи в космосе какие-нибудь есть? Не знаю. Вот видишь, ваш орган гниет от раковых клеток. На этой оптимистической ноте времени уже больше нет. Нехай сейчас стыть.